есть несколько причин того, что Сенат Франции принял антиазербайджанскую резолюцию. Самая главная причина – то, что во Франции очень сильное и довольно большое армянское лобби, которое присутствует в разных структурах, правительстве и в СМИ Франции и может формировать свою повестку дня. Об этом «Взгляд АС», сказала российский политолог Дарья Гревцова. По ее словам, антиазербайджанские выступления президента Франции Эммануэля Макрона связаны с тем, что президент Франции хочет понравиться армянской общине. Поскольку большая ее часть – это избиратели самого Макрона и даже спонсоры его избирательной кампании, либо банкиры, либо медиамагнаты. Поэтому он заинтересован в том, чтобы показать Армении, что он ее поддерживает и ей лоялен. Другая причина – Франция хочет оказать сильное влияние на политику Южного Кавказа и вытеснить оттуда Россию. То есть, даже возможно пытается вытеснить миротворцев из региона, когда внимание России сосредоточено на украинском направлении. Этот план поддерживают также и США. Поэтому они вместе хотят переманить Армению на свою сторону, а именно Никола Пашиняна – на западную сторону. Все мы знаем об антироссийских митингах в Армении. Митингах за выход из УДКБ. Что связано с тем, что Армения хочет обратиться за помощью к Западу. Она разочарована в том, что Россия не встала на сторону Армении против Азербайджана и думает, что европейцы это сделают вместо России. Возможно, они надеются, что европейцы будут воевать за интересы Армении. Но этого, конечно, никогда не случится. Таким образом, все эти факторы говорят, что есть интересы Франции к этому региону, и такие резолюции могут еще повторяться. Но они носят необязательный характер, и это, скорее всего, создано для информационного фона, внутренней аудитории Армении и, возможно, для внутренней аудитории Франции. Сказала российский политолог Дарья Гревцова. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.